Ситуацию с разбившимся военным бортом Су-27 прокомментировал и экс-глава Минобороны, депутат Сената Мухтар Алтынбаев. Генерал армии заявил, что самолет упал на землю в перевернутом положении. При этом экипаж успел набрать заданную высоту 4000 метров. По мнению Алтынбаева, сейчас задача номер один – найти средства объективного контроля, так называемые черные ящики. После взлета на 6-й минуте, в принципе, экипаж ничего не передал, самолет в перевернутом положении вошел в землю. Что-то какой-то звук был, возглас какой-то, но руководитель не понял, переспросил, больше ничего не ответили. Из опыта я хочу сказать, когда падает истребитель с таким углом, то в принципе ничего от него не остается. Двигатели самые тяжелые уходят глубоко в землю, а сам самолет разрушается сильно. Я не знаю, найдут ли они сейчас средства объективного контроля на самолете. Сложно. Печально, конечно, что командир полка, начальник штаба. То есть здесь сомнения подготовленности летного состава исключается. Я думаю, исключается. Что-то какая-то нештатная ситуация.